Вы знаете зачем? То, что произошло, конечно, не очень приятно. Я сегодня буду петь свою музыку, но для начала я спою музыку автора строчки. Вы прежде всего пришли сюда поддержать Диму Хас. Не, рэперов послушать. Ну, честно, зато. Для меня это одновременные акции и концерт любимого исполнителя. Кто ваш любимый исполнитель? Оксимирон. Негатив, там, наркотики, оружие, вот это все, это части современного мира. Не мы, рэперы, не мы, рокеры, не мы, артисты, это распространяем, изобретаем. Как бы, ну, серьезно. Музыку желтого снега, музыку нашего детства. Российские реалии. Во многих треках нахожу либо себя как подростка, как человека, который что-то чувствует, и в других, как гражданина России со своими проблемами, тараканами. Могу сказать, зачем вообще этот концерт? Музыка «Хаски» уже на свободе. Мы изначально говорили, что этот концерт не только и не только про «Хаски», а про то, про тех всех артистов, которые прошли через подобное в прошлом, и я боюсь,